Ага, это центр, йоу. Цао Рекордс 2006. Мутные замуты, морозы лютые, холодное субботнее, московское утро, вечером клубы. И надо бы что-то придумать, дабы не обламываться с рожей хмурой. Вариантов масса, меню на все вкусы, но главный минус — никогда не бывает быстро. В этих ресторанах вам продают блюда из продуктов далеко не всегда чистых, и порции меньше заявленного веса, но весы с собой таскать как-то не к месту. Через десятые руки, друзья и подруги, и все-таки, что мы имеем в итоге? В итоге в правой руке телефон Nokia, уже в который раз один и тот же номер, в который раз отвечает, что его хозяин недоступен временно, видимо, не скучает, где его носят. Я уже все ноги отморозил, походу кинул, но только не сегодня. Договорились на 8, а может, мусора приняли прямо в переходе, тогда я не завидую. Дело гиблое, если сразу не скинул в обибосе, на марафоне ловит бэт-трипы. Время смутное не прошло, в Москве еще можно что-то придумать, но все не так хорошо, ментов стало больше, научились думать. Если мутишь, мути тихо, если телефон не знаком, лучше не поднимай трубку, не будь дураком. Знаешь что, лучше вообще не мути, и никогда не ходи по одному пути. Привет, братуха, как же туха, я и смаза. Че по деньгам, по пять? Дорого, зараза. А че там, бошки или шалуха? Опять шалуха? Ну ладно, мутим, хузнем, хоть какая-то движуха. А, долго мутится, а, там стопудово, а, подешевле никак, а, на скольких косяк, а, сам барыгу знаешь, а, кусок ровный грамм весит, а, бесит, меня бесит вот такие вопросы. Вроде люди серьезные, взрослые, а тут, блин, заносит. Позваниваешь для них, суетишься, кого-то просишь, а они еще недовольны чем-то, когда им что-то приносишь. Ну, чё так долго? Ну, чё это за укроп? Ну, это разве грамм? Ну, бля, мути сам. Пойми, братан, я знал, для кого мутил. Вот сам себе и откропалил. Если мутишь, мути тихо. Если телефон не знаком, лучше не поднимай трубку, не будь дураком. Знаешь что, лучше вообще не мути, и никогда не ходи по одному пути. В жизни бывает по-разному, этот плачет, а этот смеется. Но как-то однообразно, судьба плечом ядовитым вьется. Люди как сдавали, так и сдают, завес предавая. Многие в теме не один год, и как по-другому не знают. А я стараюсь не влазить, стараюсь смотреть на это со стороны. Там ничего не ценят, кроме денег, телок и власти. Хочу избежать паранойи, мусорской напасти. Но было и другое время, сам травил население. Но то время прошло, я вроде прозрел, приобрел, так сказать, новое мировоззрение. Подумал, да ну все эти мутки, чеки, марки, табло, граммы, стаканы. А сколько раз меня дома палила мама, когда находила пакеты с товаром в карманах. Ни разу она не кричала, то ли грамотно мазался, то ли просто прощала. Дура. Если мутишь, мути тихо. Если телефон не знаком, лучше не поднимай трубку, не будь дураком. Знаешь что, лучше вообще не мути, и никогда не ходи по одному пути. Thank you.